Здравствуйте, дорогие мои зрители! Я вас всех рада приветствовать снова у себя в гостях. Я очень рада, что получается третье видео на этой неделе. Я очень сильно старалась, как вам обещала. Сегодня я приготовила такую мотивацию. У меня были такие незакрытые вопросы, которые меня страшно бесили, и нужно было срочно привести это все в порядок. Сегодня у меня такой список. Но сейчас я вам снимаю, когда я все это уже выполнила, потому что когда снимаю в начале, потом неизвестно, сделаю я это все или нет, потому что бывает, меня дети отвлекают, и список сокращается, да, все не успеваю. Так вот, сегодня 5 основных. То, что я вам покажу, все, что вчера я сделала с обеда где-то до позднего вечера. Думаю, что будет хорошей для вас мотивацией, потому что, ну, мне кажется, что у вас тоже дома такие пунктики имеются, и, может быть, тоже оттягиваете, не хочется или ждете мужа. Хочу еще добавить, я не ответила на очень много комментариев, вы меня простите, так получается, что я все их вижу, все уведомления приходят, но у меня, знаете, как бывает, что-то готовлю, у меня дрынь, ну кто, у меня телефон рядом, я постоянно слышу, вижу, ответить сразу не могу, потому что, ну, это сильно отвлекает, и я даже бывает иногда выключаю, чтобы доделать дело до конца, потому что, ну, не может концентрироваться, кто, у кого детки дома, я думаю, вы меня понимаете, потому что я пытаюсь постоянно сосредоточиться на чем-то, да, на каких-то своих мыслях, приходят дети, отвлекают, покормить, потом спать, потом там погулять, и когда еще вот между делом комментарии приходят, и я стараюсь просто это оставлять на какой-то момент, там, отвожу там полчаса или еще сколько-то, да, отвечаю, потом где-то вечером тоже перед сном, да, тоже сажусь и отвечаю, и вот так вот маленькими кусочками хочется просто всем ответить, не просто лайки, да, там расставить, кнопочки нажать, хочется ответить, поэтому у меня все это очень долго происходит, вы надеюсь, что не обижаетесь на меня, у меня сейчас летела творческая студия в телефоне, я обычно это все делаю в телефоне, а там нужно теперь пароли все вводить и надо искать. Хочу еще добавить, вы меня спрашивали много про фигуру, как мне удается, да, быть в таком весе, какие-то вопросы еще были, давайте следующее видео, наверное, да, сделаю такую просто видеоболталку для своих зрителей, да, для вас, потому что есть много видео, которые смотрят совершенно, ну, случайные зрители, потом остаются у меня на канале, это будет видео именно для вас, отвечу вам, покажу все свои там таблеточки, надеюсь, такая будет болталка по-женски. Я резко прервала всю эту болтовню, хватит разговаривать, будем начинать мотивацию. Сейчас открыла шкаф, не так давно расхламляла кухню, я вам об этом рассказывала, мне нужно было организовать все мои провода, которыми я пользуюсь обычно для монтажа или зарядки, я их сложила в прошлый раз в коробку из-под обуви, и мне нужно было купить контейнер какой-то с разграничителями, да, чтобы все это поудобнее сложить, чтобы не было такой огромной кучи, потому что когда открываю, на меня все это сыпется сверху, и вторая полка — это лекарства, и потому что сейчас такая прям для меня проблема, потому что Савелия лечим нос, и были у Лора, и она нам прописала очень много разных таблеточек, порошочков, капелек, и в итоге получился целый контейнер, ну, сегодня поподробнее немножечко расскажу. Начинаю я с проводов, в этот контейнер из магазина IKEA постараюсь все уместить, все самое необходимое, мне было как-то сложно заказать, да, на сайте такие прям размеры, которые мне нужны, просто раньше у меня был такой контейнер с крышкой, поэтому точно такой же я заказала, в принципе, все уместилось, а все, чем я вообще не пользуюсь, не мое, я убрала в другой ящик. Сейчас пытаюсь собрать провода, это микрофон, петличка, очень-очень длинный провод, нужно бы, конечно, мне купить что-то такое, радиомикрофон, потому что иногда для видео нужно, да, издалека снять, с проводом как-то не очень удобно, но если озвучку вот сейчас вам делаю, то я им пользуюсь. Это наушники от айфона и, опять же, зарядное устройство, маленький штатив, затем наушники беспроводные, аккумулятор, палка селфи, ну, все в этом роде, сейчас все сложу. Есть тут зарядка, например, для ноутбука, нужно убрать ее в сумку, где хранится ноутбук. Еще есть зарядное устройство от Левиной машинки, затем мышка от телевизора. Все это уберу в другой ящик. Все, что мне вот
каждый день нужно, сложу, конечно, в эту коробочку. Здесь у меня еще накопились разные запчасти от штатива. У меня сейчас уже второй или третий штатив. Постоянно, конечно, они у меня летают, поэтому я меняю. Не покупаю очень дорогое что-то, но вот таким образом постоянно что-то подкручиваю, ремонтирую, и у меня уже целая коробочка накопилась. И остался еще один переходничок для лампы. Если где-то у меня, например, лампы вкручены с маленьким цоколем, то я могу вкрутить этот переходничок, и тогда уже можно пользоваться лампой с большим цоколем. Наверное, год назад я во всем доме поехала в магазин, во всем доме поменяла лампы на более мощные, потому что дома у нас было темновато. Я не выдержала, мне нужно было для съемок, для детского контента. Поменяла все, и стало намного светлее и уютней. Так мы сейчас и живем, а все старые лампы так потихонечку где-то меняем, вот, ну, уже по необходимости. А так для начала у нас, конечно, была целая коробка этих ламп. И здесь у меня шкафчик, которым я всегда пользовалась. Здесь у меня лежат жесткие диски. И как раз сюда вот я и положила зарядное устройство, которое нужны детям, не мне лично. А жесткие диски я храню отдельно, потому что, ну, чтобы просто их лишний раз даже не поднимать, не дергать, чтобы ничего не упало, они всегда лежат у меня здесь. Все возвращаю на свои места. Сейчас поправлю немножечко папки прозрачные. Здесь у меня лежат разные рецепты. В одном файлике еще блокнотики, бумажки. И вот сюда как раз кладу iPad и коробку с проводами. Все, что мне самое необходимое. И переходим мы вместе с вами к лекарствам. Открываю пластиковый контейнер. Тоже вот недавно его совсем купила. Здесь лежат лекарства, коробочки. Сейчас хочу просто перебрать и выкинуть одинаковые коробочки. Потому что в одной коробке лежит одна капсулка, например, нам прописал лорд Декарис пропить всей семье, и вот как раз тут я накупила кучу этих коробчонок. Сейчас просто освобожу лишнее место и сложу все эти блистеры, да, в одну коробочку. Эту коробку я буду держать здесь. Здесь лежат лекарства для лечения горла, носа, для Савелия, все то, что прописал сейчас лор. И сюда же положу все лекарства для мужа. Он часто делает ингаляцию, у него хронический бронхит, там пульмикорс как раз лежит у нас. Затем серая косметичка, в ней я храню все лекарства, которые беру с собой в дорогу, например, на море с детьми, или в лес, или в поход идем, ну, в поход чуть побольше. Здесь у меня и бинтики, и ватка, и все остальное. Сейчас раскладываю лекарства и покажу вам, что у меня получилось. В этом пластиковом контейнере сейчас все хранится для мужа и для Савелия, наверное, по большей части. Этот контейнер уезжает наверх в основную аптечку. Эта дорожная косметичка также здесь и остается. Здесь и градусник, салициловая кислота, от температуры, от боли, от аллергии. И вот это вот все кругленькая тарелочка, да, это тема, это мои чисто медикаменты. Ну, про них расскажу, наверное, в следующем видео, не буду сейчас вдаваться в подробности. Все складываю на свои места. Немножечко тотема у меня сюда не поместилось, поэтому все равно придется друг на дружку ставить. Но мне кажется, это лучше, чем бы у меня тут все падало сверху. И сейчас вставила вам маленький кусочек. С утра, пока готовила завтрак, отправила детей убирать все белье сухое и включила камеру. И ушла. Думаю, ну посмотрим, что будет. Ну что, я перехожу в следующую комнату, следующее дело, это туалет. Сейчас заменим здесь лампочку. Одной нет, но, не знаю, мне кажется, месяца два или три ее нет. Муж не замечает. Сейчас я поменяю, надо протереть здесь пыль, помыть зеркало. И потом будем в раковину опускаться. Такие вкусняшки. Они тут висели, пусть висят. Так.
Мне интересно, у меня одной так дома происходит или у вас то же самое? Ну, пишите комментарии, я думаю, что я не одна такая. Я не имею привычку говорить мужу, что там поменяй мне что-то, да, я пишу ему список. Если он не делает, у меня сейчас список для него висит в планере, но он мне сам говорит: Аня, я не успеваю, у меня очень много других задач, поэтому список висит, я что-то еще дописываю. И опять же, с лампочками, если он не видит сам, да, то мне проще пойти в гараж, я знаю, где все это лежит, и сама себе вкручиваю все эти лампочки, потому что, наверное, зеркало больше для меня нужно, чем для него. Сейчас мою, у меня запущена здесь раковина. Ну, опять же, у нас железо, поэтому вот это вот, как правильно, не знаю, заглушечка, да, она такая прям в желтом налете была. Я взяла сирит для унитазов, мощный, потому что у меня закончился сирит-спрей. Ну, бывает, да, где-то пользуюсь уж совсем, если запустила. И сейчас буду тереть, даже взяла металлическую, потому что был сильный-сильный такой известковый налет. Все это потихонечку убрала и взяла использованную зубную пасту. Сейчас в основном ей я помыла всю раковину и вот эти вот швы, всю эту фугу. Все равно, конечно, она не очищается. Нужно бы, наверное, покрыть уже заново фугой. Ну, думаю, что будет долго еще из этого события ждать. С раковиной я справилась, и сейчас мы вместе с вами будем менять аэраторы. На этом кране я давно меняла, вообще убрала, у меня они были все забитые, как-то я их не оставляла, не чистила, просто все выбросила и вообще убрала. И у меня, конечно, потихонечку стало очень сильно брызгать, и вот сейчас купила аэраторы. Я покупаю самые дешевые, где-то 22 рубля стоит. Убираю сразу же вот саму вот эту вкручивающуюся часть, она вообще, мне кажется, пластмассовая, покрытием металлическим, беру только внутренность и ее уже вставляю вот в сам кончик, да, крана, и закручиваю. Но у меня как-то не очень получилось, потому что были резиночки, прокладки толстые, и поэтому не закручивался этот кончик. И в итоге я решила вообще без этой резинки, все закрутила до самого конца, все меня устраивает, как могла, так и сделала. Главное, что теперь ничего не брызгает, будет красота и порядок. Сейчас позвала Амелию. Амель, включи краник, как ты вот руки моешь, включи. Покажи нам, что маму сильно раздражает. Давай. И мой руки. Как ты всегда моешь, так и делай. Брызжет ужасно. Этот аэратор мы не могли открутить. Муж недавно пробовал тоже, ушел. И в итоге они подходят, и просто невозможно. Это такой поток постоянно. Это ты аккуратно, ты обычно так делаешь. Ну, не ты, пусть Львова. Вот так, девчонки, что-то происходит. Брызгай. Ну, вы меня поняли. На полу в итоге поток, который разносится потом по всему дому. Далее поток у нас там всегда. Давай будем исправлять поток. И второе, что меня раздражает, это вот это мыло, которое очень сильно размокает. Амельчика, покажи. Мы сейчас его поменяем. Вот тебе мыло. Поменяем мыло. Вот это все нужно помыть. Ужасно, видишь, как? Мыло я, наверное, заберу вместе с мыльницей. Оставим только сетчатую вот эту штучку, потому что невозможно. Да, заменяй мыло, и мы сейчас с тобой оратор поменяем наконец-то. Миш, здесь ничего интересного нет, только одни мыльницы. Нет, почему нельзя? Иди, Мишу. Я вам сейчас близко покажу. Давай, ну, у нашей мыльницы еще надо ее помыть. Видишь, вот тут надо все мыло отмыть. Вот сейчас включи сразу показать, чтобы поняли. Видишь, как все брызжет. Я его укрутила уже по-всякому, чтобы только он меньше брызгал. Да. Самая главная проблема в нем, что он не стандартный обычный кран. То есть тут он состоит из двух частей. И мы несколько раз с мужем пытались как-то это все раскрутить. В итоге я сегодня взяла такие щипцы. Не смотрите, мне уже не жалко, потому что оно все равно царапанное. Я схватила вот так, а вот эту часть, я сначала думала с двух сторон, а потом в итоге я взяла руками, одну держу, а вторая, она просто, сейчас, у меня просто руки мокрые. Сейчас. Вот, легко, вообще легко пошла. Все, мои хорошие, наконец-то мы это снимем. Да. Я не знаю, как это правильно называется, Миш. Она... Тихо. Миш, потерпи, сейчас мы уже сделаем это дело. Она такая забитая, что мы ее не меняли ни разу, как поставили этот кран. То есть это сколько лет? Это больше 6 лет. Это точно мы ставили этот кран до двойняшек.
Ему лет 8, и ни разу ничего тут не менялось. Пока Аня уже не залезла. Аня уже просто не выдержала. Сколько этому? Подожди секунду. Мы просто сейчас отсюда выйдем с тобой. Все обрызганные. Мне как-то не очень нравятся, опять же, вот эти вот резинки. Сейчас попробуем с этим краном провернуть. Но он может опять не одеться. Сейчас посмотрим. Надо помыть, конечно. Вот это все. Сейчас мы вместе попробуем. Это просто волшебство. Неужели это волшебство? Сейчас расскажу вам за кадром одну историю, пока мою это биде. Один раз мы приезжали к друзьям и жили у них несколько дней, потому что живут они в области, были у меня совсем еще маленькие двойняшки, и мне приходилось помогать, да, хозяйке по хозяйству, да. То мыла посуду, то что-то чистила, и у них страшно был забит, видимо, аэратор, все брызгало вокруг, весь фартук на кухне, я не выдержала, взяла детей. Во время прогулки мы заехали в строительный магазин, купили новый этот аэратор, поменяли. Я пришла, говорю, мужу так тихонечко, да, хозяину семейства, говорю, я поменяла, давай скажем, что это ты сделал, посмотрим на реакцию жены. Было очень интересно. Девочки, это волшебство просто. Я это сделала. С кранами я наконец-то закончила, помыла, можно сказать, две раковины, детскую и взрослую, и сейчас меняю полотенчики, меняю их очень часто, потому что они белые, и видно, сколько грязи, сколько дети, насколько не домывают руки. Вроде говорю, два раза намыльте, смойте, и все равно, даже сейчас стены протираю, потому что между полотенцами такие были потеки или брызги грязные, не знаю, может быть, когда мокрые руки, у них брызги летят так высоко. Поэтому полотенце приходится менять чаще, обращать внимание, чтобы руки мыли лучше. Что сделали мы с вами вместе два таких, даже три дела, лекарства раз, все провода два и аэраторы три. Сейчас выходим в теплицу, просто потому что стемнеет через час. Поэтому в приоритете теплица. Сейчас покажу, что мне здесь нужно будет сделать. Смотрите. Помидоры нужно немножечко прополоть внизу. Поливать не будем, уже вечер. Нужно будет подвязать. Там у меня валяются ветки в самом конце. Здесь тоже что-то нужно будет подвязать, где невозможно пройти. Самая пора, когда дети все могут кушать. Да, Миль? Ты прям нарядно вырядилась в огород. Все чистенькие. Наверное, третий раз сегодня меняем одежду. Вот, а мама опять стирать будет это все. Сразу покажу вам еще. Обычно я в теплицу сажаю здесь в конце буквально три огурчика, наверное. Но в этом году мы не подрезали листву, деревья, поэтому здесь такая тень. И они у меня очень плохо росли. Но с другой стороны, знаете, на улице все пожелтело, а они, нет, видите, пошли сверху все зелененькое, все зеленые листья. А внизу желтые. Я не снимала, мы уезжали вчера на море. Хотела оставить, в итоге уже переросли мои огурцы. Ничего, на салат пойдет, скушаем. Красиво они так висят. И покажу еще вот эти маленькие черри, как в магазине, знаете, продаются, укладывают их в такие коробочки в супермаркетах. Вот они какие красивые. Давайте. Тебе вкусно, воришка? Они так приходят в теплицу и потихонечку тут у меня помидоры таскают. Мама. Сейчас подвязываю все ветки, которые у меня здесь упали. Я вообще все подвязывала. Знаете, где-то пасынки выросли, я не стала их убирать. Решила оставить, потому что есть некоторые сорта, которые и на пасынках дают очень много плодов. Поэтому я решаю сразу же такие помидорчики просто не пасынковать, а оставлять. Пусть будет, особенно если это черри, то, мне кажется, можно кустом было отставить и вообще не трогать. В этом году, конечно, я уже оставлю семена на рассаду на следующий год. Есть сорта, которые
мне очень понравились, но я вам даже не скажу, как они называются, потому что так сажала, не запоминала, были бумажки, потом куда-то они исчезли, и прям вот специально у меня не получается, вы знаете, прийти, вставить бумажки, все подписать, чтобы все было идеально, не бывает ничего идеального, поэтому сажаю, а потом как будет. На следующий год, конечно, подпишу, я и раньше подписывала и оставляла семена тех помидорок, которые мне больше всего понравились. Ну вот в этом году тоже есть несколько сортов, которые я себе оставлю. Вот так вот мы и живем. Помидоры обработала, руки грязные, не одевала никакие перчатки. Обработала лимоном, сейчас все ногти все чистые, ручки приятные. И покрасила сразу лаком. У меня такой лак Шилак, да, он называется, который очень быстро сохнет, но, правда, как-то у меня недолго держится, поэтому на вечер хватит, может быть, завтра на денек, если буду в перчатках часто. Вот, а сейчас пойдем с вами вместе печь пончики и поднялось дрожжевое тесто. И сегодня еще увидела рецепт творог, такие булочки с творогом, с петрушкой и с сыром. Попробуем сейчас завернуть с кунжутом. Думаю, что будет вкусно. При вас все сделаем. Пойдем. Переходим вместе с вами на кухню. Решили все-таки пончики не делать, потому что не было сахарной пудры. Решили остановиться просто на сладкой булке. И сейчас половину теста мы взяли. У нас будут булочки не сладкие, сытные. Здесь у меня домашний творог, петрушка и просто натертый обычный сыр. Савелий натер. Все это выкладываем на тесто. Тесто я раскатала тоненько. И просто делаем вот такой рулетик. Все аккуратно, постараюсь в описании под видео оставить вам ссылочку, да, на видео, на оригинальный рецепт, потому что, конечно, с ребенком все это не покажешь, да, четко. Разрезаю вот такие маленькие кусочки и сейчас буду обваливать в яйце и потом в кунжуте. Сразу вам скажу, не очень удобно в моем случае, потому что у меня тесто тонкое, и они просто у меня разваливались в руках, очень сильно тянулись, потому что очень много начинки. Ну, в оригинале посмотрите, я думаю, вам очень понравится. Мы уже это все съели, это просто безумно вкусно, могу вам советовать, очень хорошее сочетание творога, петрушки, она дает невероятный аромат, и еще если добавить опять же кунжут, просто объедение. Сделаю обязательно вот буквально на днях детям еще раз, все съели, уже вам как говорила, и очень вам советую. Давайте покажу, что мы сейчас будем делать. Половину теста мы взяли на сладкие булочки, Сава хотел смак, подожди тихонько. Но мне не хочется заваривать мак с молоком, мне нечем сейчас его измельчить, поэтому я решила сделать тесто. Мы раскатали, а Сава хотел большую плюшку, у нас там шумит посудомоечная машина, поэтому шум такой стоит. Поэтому мы раскатываем сейчас просто тесто, намажем, надо маслицем смазать, подсолнечным. Я взяла творог домашний, одно яйцо и сахар. Такая будет влажная начинка, чтобы совсем булка сухая не получилась. Мы сейчас сделаем такой тонкий слой, затем посыпем корицу, мак, может быть, еще изюм, если найдем. Мне не хочется тоже за ним идти. Поэтому у нас сегодня такая будет произвольная программа, да, Лёвка? Сейчас что-нибудь вкусненькое быстро сделаем. Давайте за кадром вам прокомментирую. Сейчас в творог с сахаром и с яйцом я натираю лимонную цедру и выжила немножечко лимона. Смазали тесто подсолнечным маслом и выкладываем всю эту творожную массу, лимонную. Сыпем произвольно корицу, мак и опять же немножечко сахарку. Скатываем все это в рулетик. Немножечко вот так я прищипываю всегда. Выкладываю на пергамент, потому что у нас противни заняты. У нас сушится еще и груша параллельно, поэтому... пока на бумаге будет стоять булочка. И вот таким образом я надрезаю и делаю вот такую ромашечку. В этот раз такая она у меня получилась. Савелий хотел еще положить, чтобы я кусочки эти завернула внутрь, но они были очень такие жирненькие, да, и водянистые. Я решила ничего такого не делать. Папа уже на запах прибежал голодный. Надо же что-то поделать. Чтобы сказать, что я участвовал. Вот только то, что ты накладываешь, вот твое участие, да? Мое главное участие – это поедание. Девчонки, а вокруг вот так, потому что уже очень поздно, детей кормить надо. Нам совсем некогда вот сейчас мыть посуду.
Опа. Зато у нас чистый стол. И почти чистая кухня, если не брать тот угол страшный. И почти готова еще сладкая булка к чаю. Ничего не обижал тебе. Скажите мне, пожалуйста, ваше мнение. Вам понравилась булочка такая? Лёг. 10 из 10. Мишунь, тебе понравилось? Уже вторую взял. Амель, тебе понравилось? Фу. Лёг, как? Офигительно. Миша, ты. Давайте близко покажу. Мягенькая очень булочка, нежная. Вот, я тебе говорю, вот такой вот. Три раза. Ну-ка. Красивая? Разрезаем? Нет! Мое видео подходит к концу. Я надеюсь, что что-то полезное для вас сделала, может быть, натолкнула на какую-то идею. И в конце хочу добавить маленький кусочек. Вы меня спрашивали про ковролин. Не ответила, да, в комментариях, поэтому отвечу сейчас в самом конце. И хочу с вами со всеми попрощаться. Надеюсь, что увидимся в видеоболталке буквально на днях. Вы меня спрашивали еще про ковролин. Сразу сейчас вам отвечу быстренько. Я довольна результатом, но сразу вам так скажу. Если у вас ковер или ну, небольшое что-то, да, то, конечно, я за то, что вынести на улицу, хорошо помыть, прочистить, высушить. Тогда это будет идеальный результат. Но, опять же, тут зависит все от того, какое основание, да, у ковра, бывает наклей. У меня, кстати, спрашивали, сейчас покажу, да, какой у меня ковролин, какое у него основание. Так вот, я совершенно не жалею, остаюсь при своем мнении по поводу матраса, то, что я их два распорола, постирала, да, это было тяжело, но я довольна результатом и живу спокойно, потому что, ну, не буду, ладно, объяснять, но это мое личное мнение. Также с ковролином я бы вытащила на улицу, это для меня было такое самое, наверное, ну, первое, да, первая мысль. Потом я уже очень долго думала, решила такую площадь, ну, невозможно вынести, и взяла все-таки пылесос в аренду. Все равно мне нужно будет домывать еще, очень, ну, двое суток, да, у меня было, я все равно до конца его не выполоскала, потому что с детьми это невозможно, все равно буду еще домывать. Поэтому запаха такого в доме нет, уже все высохло. Если принюхаться, есть такие места, где самые-самые такие проходные были, там есть такой небольшой запах, который нужно, конечно, еще убирать и домывать. Но меня это совершенно не раздражает, как бы это все исправится и домоется. Как я вам уже говорила, все равно еще на сутки буду брать. А так, конечно, однозначно я вам советую, если нет возможности, то взять пылесос, если есть возможность, лучше вынести на улицу. Давайте покажу, какой ковролин, потому что вы меня спрашивали, на какой основе. Да, у нас здесь клей. Знаю, что бывает материал, да, какой-то приклеивают флис, да, или что-то такое, полиэстер. У нас вот так, и я вам скажу, у нас раньше был тоже ковролин, но поменьше, менее качественный, более дешевый. Мы стирали, потом как-то мы его в итоге разобрали по кускам на веранде, в машине, где-то еще. Этот ковролин мы прям хотели купить такой плотный, чтобы он был ворс, высокий. Если я не ошибаюсь, производство Бельгия. Ну вот вам сразу результат, да, после чистки. Здесь, конечно, мы мало ходим, да, поэтому здесь вообще идеально, да, как будто новый. Сейчас покажу вам на проходной части, где вот он был такой затертый. Он немножечко хуже, и вот эти места я бы еще помыла, но опять же я уже не боюсь, да, у меня очень все быстро высохло, поэтому, наверное, все-таки Сава пойдет в школу, или мы все уже сейчас к школе соберем, и тогда я еще раз возьму пылесос и полоскаю его.